Во Франции желтых жилетов сменяют природозащитники. В крупных городах страны в субботу состоялись акции против изменения климата, которые оказались более многочисленными, чем социальные протесты, завершившиеся всего часом ранее. В Париже, по разным данным, насчитали от 25 до более чем 100 тысяч активистов зеленых. Они требуют ужесточения мер по борьбе с изменением климата и обвиняют французские власти в том, что те не выполняют взятые на себя обязательства в этой области. Петиция собрала 2 миллиона подписей, а некоторые организации даже подали против руководства страны соответствующие иски. Днем ранее, в пятницу, с теми же лозунгами на улицы выходили школьники и студенты. До 40 тысяч по всей Франции.